Всем привет! Сегодня такая замечательная погода. Я сегодня зашла на Авито, и просто мне попалось в объявление, что дают бесплатно попугая. Вы меня спрашивали, буду ли я заводить Гоше подружку? Подружку нет. Вот получился друг. Только что его забрала, только что его привезла. Зовут его Гриша. Знакомьтесь, такой красивый малыш. Сейчас он сегодня, завтра, послезавтра со мной здесь побудет, а потом мы поедем знакомиться с моими птичками. Ты гулять пойдешь? Пойдем, я тебя выпущу. Ругаешься, да? Ругаешься, да? Страшно. Да, мой хороший, страшно тебе. Третья птиченька. Ну, не смогла я удержаться, такая милота. Все, я ему тоже травки повесила. Не знаю, будет он сейчас ее есть, нет. Веточки. Сейчас замочу зерно. Завтра дам замочку. Здесь уголек насыпала. Может, будет. Ой, красавчик. Какой красавчик. Гриша, красавчик. Да, Гриша? Красавчик. Потом переедешь в большую клеточку. Это маленькая, очень, ну, очень маленькая клеточка. Хозяйка сказала, что он ручной, что-то умеет говорить. Не знаю, посмотрим. Пока он сейчас стрессует, мы долго ехали. Сколько, наверное, 30-40, наверное, мы ехали. На веточке уже заглядывается. Выходи, малыш, выходи гулять. Травку, травку клюешь уже. Вкусную травку, да? Ну, на тебе вот так вот травку, на. Вот так тебе просуну травку. На-ка, кушай. Кушай, малыш. Кушай. Любимая травка всех птичек. Всех попугайчиков. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Сейчас еще водички тебе налить надо. Это пока мы ехали, естественно, она вся разлилась. Интересно, как же Гошечка с Варечкой отреагирует. Я думаю, они будут рады новому другу. Ну, если они не уживутся все в одной клетке, у меня есть еще одна клетка, которую я покупала вместе с Варей. Большая такая же, только черная. Вот, будет там жить, значит. Чуть-чуть на другом конце комода. Там, где сейчас игрушки у меня сидят. Травку он кушает. Травку вкусную. Камера просто цветов всех не передает, какой он яркий, красивый. Просто безумно красивая птичка. Да, мой сладкий? Ну давай, осваивайся, я тебя тревожить больше пока сегодня не буду. Сейчас тебе только водички налью и осваивайся.